лес хочу. А Женька не хочет меня вести в лес. Говорит, не хочу, не хочу в лес. А я хочу. Фонтан работает, что ли? Он работал. Вода, смотри, там. Подождите. Кстати, тут уже желтые листочки. Вот дорожка.
мы отпраздновали столетие со дня образования первого в мире профессионального детского театра. 4 октября ТЮЗ был основан здесь у нас в 1918 году. Ну а сейчас у ТЮЗа новое здание, мы мимо него будем проезжать. Есть еще какие театры в Саратове? Академический театр драмы имени Слонова. 7 лет там прослужил Александр Михайлов, народный артист России. Он с Алтая. Это театр «Кукол-теремок», детский театр. Пока на реконструкции, но в соседнем корпусе принимает зрителей. Это муниципальные театры «Балаганчик», театр «Версия», театр русской комедии. Пока что единственный в России театр магии фокусов «Самокат». В 1987 году его основали супруги Щукины. Их сын Артем Щукин, маг, фокусник, был победителем многих международных конкурсов, а еще участвовал в передаче «Минута славы». Помните, такая была у нас на центральном телевидении? И мы сейчас поворачиваем на улицу имени Чапаева, с бывшей улицы Цыганской, ныне улицы Кутякова. На улицу, которая носит имя комдива. Василий Иванович Чапаев детские годы провел в городе Балаково. Город Балаково теперь относится к Саратовской области. Город Старообрядцев. Квартал, чтобы мы подъехали с вами к цирку. У нас вот все на реконструкции что-то. И цирк даже наш, самый первый стационарный цирк России имени братьев Никитиных. Братья Никитины, три циркача, наши земляки. В конце 19 века, в 1873 году, на реке Сура в Пензе провели первый спектакль в своем деревянном здании с парусиновой крышей. Вот перед ТЮЗом какой красивый фонтан у нас работает. И по праздникам он тоже музыкальный, цветной. Ну а днем просто для...